Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, а ты на канале Князь. Сегодня у нас битва замков, сегодня у нас пельмень и... Злость меня берет. Под прошлым видео вы там даже как бы особые лайки не старались ставить, потому я буду благодарен, если здесь проявите свою, скажем так, общественную активность какую-то, поставите лайк, я ж вас не прошу там голосовать за поправки в Конституцию. У нас аккаунт пельмень. Это бездонатный аккаунт, рубрика, в которой я уже третий по счету аккаунт развиваю с нуля, друзья. Так что усаживайся поудобнее. Давайте я вам, ну, покажу же. Я же без доната, да? Смотри, я же без доната. Сегодня у нас воскресенье, это означает, что... Оп, с бесплатки я ничего не получу, но сегодня воскресенье, это означает, что сегодня, грубо говоря, битва гильдии. Вот я не знаю, на этом видео пройду битву гильдии или уже на стриме. Но на стрим сегодня вечером по-любому приходите, потому что... Ну, буду прокачивать аккаунт этот на стриме, потому что как-то так вот у меня не получается. Буду ковыряться на стриме, посмотрим, что из этого получится. Вот, дальше заходим сюда, дальше заходим вот сюда. Сегодня будем усиливать аккаунт, и сегодня, наконец-то, на аккаунте появятся какие-то первые эволюции. Первые эволюции, да? Вот, точнее, первые эволюции появятся сегодня на аккаунте, мне пока тут написывают. Так, ладно, не суть. Смотри, в чем ситуация. С чего мы начнем? Так как у нас битва гильдии, хочется как бы показывать там более лучший результат. Да, я знаю, у меня там Ронин появился, у меня там Фобос, оккультист появился, стрелок. Но пока что у меня-то команда какая? Вот такая вот команда. Нужно усилить этих героев. Эпик героя усилить я не смогу. Единственное, что я могу ему сделать, это взять ему... О, давай. Прокачаем умение ему на десятку. Блин, 39, ёб твою мать. Сука, жалко, конечно. Жалко. Вот, блин, а может и нету смысла тогда делать. Уже останется. Ну, хотя ладно, давай, это эпик герой, ёпта. Давай, окей. И усовершенствовать... А, усовершенствовать я его могу. Ну, давай. А, слушай, ну давай усилим, окей. Давай улучшить. Улучшить навык. Так. Книги у нас есть. А дальше, смотри, уже 5 миллионов, да, не хватает. Ну, у нас есть, грубо говоря, золото. Нам не нужно сейчас будет фармить и мучиться. Так, короче, нескольким героям сделаем первую эволюцию. Правда, как бы этому чувачку ты не сделаешь первую эволюцию, потому что нету, как говорится, повторок. И неоткуда их взять. 1200 рублей, хотел сказать, стоит. 1247 самоцветов стоит. Ну, потому что у меня склад-то ограничен, да, по золоту. Давай. Бам. Это, конечно, нам невыгодно, но... Ну, а что делать? Давай по полной программе угораем. То есть, смотри, он у нас... И вот они мне предлагают эволюционировать, да, только... Как бы проблема-то в том, что повторки нету, и хер ты ее откуда выстрелишь. Вот в чем главная проблема. За роллинг, да, за то, что нам с роллинга это упадет, можно не надеяться. Ладно, не суть. Но мы его прокачали как могли на максимум. Единственное, да, тут еще можно лучше талант поставить. Вот так. О, тут мы, кстати, еще не выбрали героев, да? Улучшение атрибутов. А чем нам улучшать? Чем нам улучшать? Что, ну, не знаю. Давай вот эту поставим. А, давай деда поставим. Что-то деда я совсем не юсую. Кстати, некроса бы там. Ну, некрос уже как-нибудь там. Некрос, да, некрос, я его с зефириком путал. Некроса уже в следующий раз как-то прокачаем. А ладно, а давай некроса поставим. Посмотрим, что это. Улучшение атрибутов. Ну вот как-то так вот у нас. Как-то так вот. Дальше. Тут, да, у нас по просвету здесь плохо, все равно у нас никаких там нормальных эмблем нету. Просвет нужно прокачивать, но опять же, всех героев прокачаю на 40-й просвет, тогда уже и будем ковыряться. Но это не суть, ребят, мы не останавливаемся. Смотрите, у нас команда для битвы гильдии, да, тыква. Ну, по идее, вместо тыквы там можно будет уже какого-то другого героя поставить, но не суть. Пока что тыква, и пускай она, как говорится, стоит. Мы возьмем и сделаем первую эволюцию для Фрэнки, друзья. Потом заходим сюда, усовершенствовать. Золота не хватает. Золота не хватает. Ну, мы его сейчас берем. Кстати, было бы хорошо тут взять и что-то начать делать. Давай улучшаем. Улучшаем. Улучшаем.
улучшаем. Нам как раз таки на несколько эволюций хотя и хватит, да, самоцветов. И видишь, приходится самоцветы тратить не на роллинг, а приходится самоцветы тратить на эволюции. Так, ладно, полюция. Окей, усовершенствовать, да, есть. И просто мы ему опыт добавляем по красоте, да, и тут у нас уже и значков почета не хватает, и всего у нас не хватает. Ничего, сейчас по полной программе протратим ресурсы. Так, с книжками, книжки немножко продадим, давай там, ну давай сотку, да, продадим. Хотя, может, это даже мало. Давай 200 продадим. Окей. А далее, что еще хотел сделать? Хотел зайти в бесплатку события «Парящий остров». Кстати, у нас тут 64 пыли. Давай это сейчас быстро все наролим. Посмотрим, что оттуда упадет. Окей. Что-то определенно оттуда упало. Ладно. Дальше, смотри. Карта богатства. Опа! Одержать победу в трех подземельях. Ну, давай. Жестокая, где у нас тут? Нормально в жестоком. Вот тут давай. Оп. Оп. Короче, типа одержал. Все. Типа одержал. Дальше. По бесплатным акциям. Карта богатств. Не, ну по-любому, битву гильдии, наверное, уже на стриме буду проходить. И тестить этих, грубо говоря, героев. Так что, если что, ребята, заваливайте. На огонек. Настолка. Настолка, друзья, настолка. И... жмяк, и как бы ерунда падает. Ну и хер с ней. Но вы обратите внимание, новый аккаунт, даже нету 100 тысяч силы. Но героев просто как говна, ты даже не знаешь, что тебе быстрее тут, грубо говоря, брать и прокачивать. О, давай вот это поставим. Так, дальше. Не останавливаемся. Вот у нас наш Фрэнки. Мы ему делаем усовершенствование за... А, ёб твою, куда у меня самоцвет-то? Фу-то, куда у меня золото все делось? Что-то я про него забыл. Куда-то оно, грубо говоря, исчезло. Ладно. Так. Усовершенствовать. Давай. 1200 самоцветов. Ну и в принципе, смотри, можем даже вот так вот сделать. И можем его сейчас эволюционировать. Повторок у нас, конечно, нету, но у нас есть КГшки. Мы просто жмем эволюцию. Дальше. Перейти. Получить. Сначала построить арсенал. Что за арсенал? У нас нет арсенала. А, вот он у нас появился, да? А, мы даже его поставили. А, слушай, ну давай. Давай золото на максимум. Вот это вот на максимум. Давай попробуем его построить. Как бы придется немножко самиков потратить. А, ну 145 самоцветов, нормально, бесплатно. Все, замечательно. Ну, как бы там уже аугментациями будем потом заниматься. Сейчас мы ему просто качаем левел. Сразу силушка тут у нас растет, богатырская. Давай, нормально. Потом сюда. А тут, смотри, даже этих книг не хватает. Ну, давай золотыми. Что ж тут поделаешь? 160-й. Снова золота не хватает. Ничего. Вот так вот мы сейчас и разбазарим эти ресурсики. Ну а что делать, друзья? Так, усовершенствовать. Все есть. И давай до 180 уровня. Улучшить, добавить 27. Давай. Все, смотри. Красавец. Красавец с первой эволюции, да? Но все равно эпик-герой, он на первых строчках. Так, с первой эволюции и уже, ну, что-то из себя будет, грубо говоря, представлять. Ему бы еще просвет прокачать, было бы вообще просто шикардос. Ну и второго героя, которого мы сейчас будем мучить, это, конечно же, Анубис. Вот. Надеюсь, ресов на него сейчас хватит. Усовершенствовать. Дальше. Просто его дуем до 180 уровня. И нам снова надо золото. А потом это все вручную придется делать. Да, ребятушки, вручную золото. Золото, золотишко набивать. Усовершенствовать. Да, 1200 самоцветов. Дальше. Улучшить навык, добавить опыт. Добавляем. И эволюция. Evolution. Покупай. Опа, у меня красных камней нету. А почему у меня нету красных камней? Ну, как бы да, я знаю, что... А, вот, я могу вот этим воспользоваться, и нормально, хватит. Но я просто в королевскую битву не хожу. Вообще надо было бы, наверное, ходить. Эволюционировать. Так.
КГшки, эволюция, та-дам! Так, и у нас тут, вот не знаю, истинную веру ему прокачивать, не прокачивать. А, так, тут у нас как бы, да, проблемы с просветом, но не суть. Сейчас мы быстро возьмем и ему долбанем там уровень какой-нибудь. Опа, золота уже не хватает. Золота, друзья, уже не хватает. Так, давай, давай, давай. Я думаю, сейчас нормально все будет. Сейчас будет все нормально. Нормально. Так, золото по максимуму, давай. Просто взяли и сделали две эволюции. Давай. Усовершенствовать? Да, детка. Улучшить? Улучшить навык? Да, детка. Улучшить навык? Да, детка. Улучшить навык? Да, детка. Просто не останавливаемся. Снова не хватает ресов. Ну и долбанем его до 180 уровня. До 180 уровня. Усовершенствовать. Улучшаем, улучшить, добавить. Про пельмени-то не забыли, я надеюсь. Ну что, ну смотрите, красавчик. Красавчик, ребят, красавчик. Вот, хоть сейчас замуж выдавай. Ну что, давай получаем снаряжение. Улучшить. Сейчас снова придется книги потратить. Давай, 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 давай. Сделаем ему аугментацию. Повторок у нас нету. Но мы можем сразу купить вот 20 штук вот таких вот штук. 20 штук вот таких вот штук. А? Как вам? Как вам мой русский язык, друзья? Па-бам! Аугментация. Это прям замечательно. Конечно, да, тут открыли эти доп-таланты. Конечно, самоцветов ролить, скажем так, ему созвездия нет. Ну, давай один раз за 150 ударим. Атака, атака, ну такое. Ладно. Дальше, дальше, дальше. А, ему еще можно посмотреть, знаете, что? Вот. Поменять. У нас 78 коробок, давай что-нибудь ему тут. Казнь. Ну, давай, давай так, пускай пока будет. А теперь, теперь переходим непосредственно к Фрэнке. Снаряжение. Получаем. Улучшить. Так, посмотрим, что у нас там по ресурсам. Хватит нам, не хватит? Нет, конечно же, не хватит. Ну, сейчас берем 13 книг минус. Да, у нас что-то начинают ресурсы заканчиваться, друзья. Аугментация. Все, есть. Та-дам! 164 тысячи плюсом. Так, тут мы открываем. Кстати, можно и тут разок типа ударить. Ба-бам. Тут разок. Ба-бам. Ну, тоже такое. Анубиса, созвездие. А, давай, разок. А, ба-бам. Что-то как-то вообще не очень. Пятерок. Пятерок что-то даже как-то и не видно. Поменять победный выпад, давай, ну тут-то мы хоть можем вдоволь типа поронить. Увеличивает точность на 8%, также на 5 секунд увеличивает на 11% атаку трем героев фракции. А, до свидания. До свидания. Тампельер. Тампельер тоже идешь в пень. Помощь пророка тоже идет в пень. Обряд лечения. Вот тут как бы это вообще всем можно поставить. А, ну давай Фрэнки и поставлю. Ну, хотя это и Анубису можно поставить. Ладно. И чё, как это все мы можем тут... Опа, 195. А, ну, 295 самоцветов вырубили. А я еще забыл, знаете, войти в игру, получить приз. Забрать. Я еще... А, я чё, пропустил вчера? Вот я лох. Ну, чё я за человек такой? Сейчас бы 50 книг получил. Так, ваши подарки. Не забываем про подарки, друзья. Та-дан, открыли. Так, тут что у нас? А ну, тут у нас подарки-то подарки, господи. Ерунда ерундовая. Отлично. Так. Отлично. Так. Отлично. И давай, знаешь что, попробуем Анубису поставить эмблемой. Эмблемой. А, слушай, а у нас нету воодушевления. А, есть воодушевление эмблемой. 71-й просвет нужен. 71-й просвет. Ну да, да, это и хер сейчас его просветишь. Вот, грубо говоря, если бы ему сейчас поставить воодушевление, да эмблемочкой. Господи, ребята, ну просто я боюсь, мне так вот не хватит. Я задолблюсь его сейчас прокачивать до 71 уровня.
Не, ну можем прокачать. Просто вы прикиньте, он сразу, как мы волны сможем проходить. С пятым-то воодушевлением. Конечно, не восьмой. Ну что поделаешь? Но вот сейчас вместе с вами возьмем, запустим, скажем так, волну. Здесь у меня кто-то собрался. Сияющий рыцарь. Угу. 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 Тут даже у нас улучшение какое-то. И тут у нас улучшение. Ой, господи, и тут улучшение. Ух ты, душегуб и фея. И тут у нас улучшение. Какие мы крутые. А, и все, и как бы больше ничего нету. Ясно, с этим понятно. Кстати, сила всего лишь 79 тысяч. Я надеялся, что может и побольше. Давай, руны. Просвет сможем. Хватит нам маны до, скажем так, максимальнейшего просвета. Ну, как максимальнейшего? Нам нужен 71 уровень. 71 уровень. Очень быстро все заканчивается. Да, у нас с вместимостью золота и маны большие проблемы. Но мы идем на таблеточку, да. Мы идем на таблеточку, друзья. Ну и Анубис у нас теперь тут такой один из самых серьезнейших танков. Ну, как бы интересно, хватит, не хватит этих бутылок с маной или не хватит. Не знаю, короче. Ну, в любом случае, я понимаю, что в дальнейшем мы будем мучиться. Так. Окей. Анубис, давай, руны. Оп. Все, 71 уровень есть. И это прям хорошо. И теперь мы можем сюда поставить эмблему воодушевления. Теперь берем, меняем расстановку. Ну, ставим типа лям. Так, сохранить, выйти. И теперь можем запустить следующую волну, волну под названием R. Посмотрим, мы справимся, ребзи, или нет. Потому что, смотри, Анубис-то у нас теперь автопрокер. Ну, то есть он как бы и был автопрокером, просто теперь он сам заряжается. Да, конечно, не так быстро, как он это мог бы делать с 7-м или 8-м или даже 10-м воодушевлением. Но когда-то, в те далекие времена, когда трава была зеленой, вот, пятое воодушевление, это на герое прям топчиком было. Так, давай. Видишь, Анубису даже никого трогать не надо, он как бы берет и всех наказывает на расстоянии. Главное, что дебафит, убирает эту всю мелочевку, а у нас уже, тем не менее, R5 волна. И посмотрите, уже все коцанные приходят и с дебафом, да? И мы просто воодушевлили. Даже, я думаю, нисколько тут сыграла эволюция, там, Фрэнки, прокачка умения этого эпик-героя, а сколько именно вот то, что мы с Анубисом сделали. Единственное, видишь, радиус у нас херовый этих вышек. Ну ладно. Так, волна S. Ну там уже, походу, дракон будет лететь. Давай попробуем, что у нас из этого получится. Да, главное здание. Вот будет обидно, если типа откинемся из-за здания. Я там понимаю, если бы еще героев, короче, убивали бы. Вот, дядьку с мотыгой ушатываем. Там Дина было, и сейчас вот уже полетит дракон. И он летит, мягко скажем, не с той стороны, потому что сейчас большинство зданий, они просто отлетят. Тыква, ох ты, елки, просто посмотри, дракона почти ваншотнули. Не знаю, кто ваншотнул, но почти. А нет, не ваншотнул. Вот сейчас, блин, просто S5 волну, ребята. Мы когда-то так трахались, просто с расстановками, со сборками героев, чтобы пройти S5 волну. Ты просто не поверишь. Просто не поверишь. Там, не дай бог, у тебя как-то расстановка не так сделана. Не дай бог, у тебя Деда Мороза нету. Посмотрите, найдите мое старое видео, как я проходил, типа, прохождение S-волны. Ну, или не мое, там, Андрюхи Ролева найди. Там просто, реально... А, там еще с дедом... Короче, пипец был, помню. Так, ну, тут, походу, мы откиснем из-за здания. Да, у нас остается одна слабенькая башенка. Если б не здание... Возможно... Ух ты! Ну, возможно, мы бы даже прошли. Но вот тут у нас босаки... Босаки, босаков, босаками мочим. Кстати, ты...
А, тыква даже не откисла. Ну вот одна башенка странная. Это если сейчас ее не ушатают, это нам прям пипец как повезло. А, кстати говоря, есть шансы. Хотя сейчас, смотри, уже два дракона летит. Два дракона. Если они упрутся и действие их магии не дотянется до башни. А видишь, не дотягивается. Но они сейчас ушатают эпика. Эпик стоит один. А хотя нет, смотри. Ну как бы, если они сейчас все-таки эпика ушатают, то Чиурио. Но нет, Эпик, смотри, он держит удар. Вот там кто-то отхиливает. Нормально, мы Т-волну прошли, друзья. Охренеть просто. АА-волна. Да чё уже, давай. Просто таким составом, такой расстановкой, непрокачанное здание, боже. А когда-то волны это была просто одна из самых интересных. О, на АА уже сразу. Разница, да, видна, друзья? Ну ладно. К ней вернемся попозже. Тут мы даже немножко самоцветов зарубили. Слушай, ну уже видео 20 минут длится. Я надеюсь, вам понравилось. Вот, если ты досмотрел до конца, ну давай тогда уже лайк поставь, там подпишись. Вот, комментик напиши. Буду весьма тебе благодарен. Напиши в комментариях, что ты еще сегодня кушал. В принципе, продуктивное видео. Всем пожелаю огромнейшей удачи и пока.